Ита находит руку серии Д после того, как уничтожает мутирующую Маргариту и ее букашек. Теперь у него и Зои есть все, что надо для создания сыворотки. Он приходит в кафе-прицепу, но Зои там нет. Тут по телефону звонит Лукас и сообщает, что подготовил для Итана некое мероприятие. Ты знаешь, я пока даже не... Здравствуйте. Здравствуйте, да. Лучший Соник. Я пока даже что-то не определился, что дальше. У меня какой-то план был намечен, но я его сейчас не могу вспомнить. Я что-то сегодня целый день сижу, пью кофе и туплю, и поэтому, я не знаю, у меня голова отказала. Я что-то хотел... Resident Evil 8 выйдет. Его точно буду играть. Doom 3 в 29 марта выходит, его буду играть. Чувствую, это какая-то аббревиатура, но я сегодня ел стейкхаус, возможно, это к ней. О, сочувствую, с диетой. Не, я не могу. Я думаю, я меньше буду есть сегодня. Сегодня я решил утром, что я буду меньше есть. Через два часа я заказал стейкхаус и Royal Burger какой-то, по-моему, называется. Так, эй, Вилбир, привет. Итак. Нам сейчас немного надо аптечек наделать, потому что у нас всего одна. Еще один поксид. Да, сочувствую. Желудок это, конечно, херово, когда с ним проблемы. Так. Значит, так, три аптечки, дробовик, огнемет. Господи, у всех проблемы с желудком, что ли? Пистолет, защита, ключ-карта нужна еще одна. Вот она. Итак. Ничего себе. Кто-то думает заранее, что за бред. Так люди не поступают нормально. Так. Огнемет, пистолет, дробовик, нож. Никто не нападет. Итан, вот это что это у тебя с рукой? Какая-то херня. Чё у Итана с рукой? Почему он... Всё нормально. Итак. Давайте. Блядь, чё здесь с инвентарём? Подходящая форма. А, во, шестой резидент надо будет добивать, да. Revelations 2, наверное, уже после восьмого резидента. Сейчас, одну секунду. Один момент. А, чертов шлем. Во. Да он наглеет, я давно говорил, Angry Joe это развод. Надо давно его канцельнуть, чтобы кто-то заканцелил его. В смысле Бейкера виноваты? Как Бейкеры могут быть виноваты? Так. Let's play. Я говорю, Angry Joe разводит людей. Угу. What the fuck?
Только не садись в кресло. Не садись в кресло. Дебил, зачем ты сел в кресло? Лукас! Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь! Долбоёб, долбоёб! Это... Лукас как злодей мне нравится. Он, наверное, из всей семьи самый интересный. Он не дурак, он просто поехавший, он это понимает сам прекрасно. Он столько всего построил, да. Так, у вас сейчас нормальное изображение, потому что у меня пошли полоски, изображение начало пропадать. Так, у меня сейчас все стало нормально. Чувак, да? Блять, сука, долбоёб. Fuck. Лукас прикольный, он, но он ебанутый, конечно, на всю башку. Итан тоже неплох, но я говорю, и с Итаном все не так просто. Может быть, мы узнаем что-нибудь про его прошлое. Так. Никого? Все окей? То есть он больно все... А, как минимум точно. Он пришел и разъебал здесь все. Растяжка, серьезно? Можно ее обезвредить? Возможно, в частной армии, кстати, реально. Потому что... Кстати, нет, там, наверное, Мия служила, да? Нам же нам объясняли, как Мия связана с Амбреллой, нет? Итан точно что-то подозревал, что она ему врет, когда говорила, что там эй, в командировку, а сама куда-то съебала. То есть он все-таки не совсем дебил, да, у нас? То есть тогда, когда она записывала сообщение, она такая, да, ты был прав, я тебе действительно врала. Потому что, я так понимаю, он подозревал, что она нихера на свой отпуск едет. Так, я так понимаю, мне здесь не проползти или проползти? Какого хуя? Какого хуя? Я прополз! Погодите, вы там уже про Леона Сады, что ли, пишете? Блять, серьезно? Это булщит! Ладно, ускоряемся тогда.
Так. Мистер... Он, кстати, на жопу манекену повесил бомбу. Ну, давайте взорвем их тогда, чё? Я не хотел патрон тратить, но... Мне кажется, эти бомбы должны немножко не так работать. Кстати. Я не знаю, не зря ли я таскаю с собой огнемет. Мне он толком не пригодился после битвы с Маргарет. У него ничего нет в этом огнемете, блять, хорошего. Блять, сука! Пиздец. Так, все, ящики только с пистолета разбиваю. Так, я смогу здесь-то проползти? Так, что, еще одну аптечку сделать? Да не, пока хватит. А, где был Кленси? Why don't you try 0814? No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on. Take a chance. You never know. Так, 0514. Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Ага. Блять, какая гениальная ловушка. Мне нравится, что в отличие от остальных, Лукас именно играет с главным героем, да? Ему прикалывается эта ситуация. Ему наплевать, что там померли мамка с папкой. Ага. Он просто кайфует от того, что здесь происходит. Так, здесь ничего. О, дробовикчик. Какая неплохо. Так, давайте еще одну аптечку сделаем на всякий. У меня дохера патрон для дробовика, это радует. У меня дохера патрон для пистолета, это тоже радует. Я жду какую-то еще ловушку, блядь. Не может... Не может это все быть так просто. Ой-ой-ой, откуда ты, сука, взялся? Да ёб твою налево! Сука, пиздец, мое сердечко. Я себе язык прикусил сейчас. Пиздец. Ебанутая игра, блядь, на всю голову.
Ну, да. Я сейчас вернусь назад, нахуй. Так, что здесь у нас? Увеличит максимальное здоровье и мышечную силу. Отлично. Это, надеюсь, мне восстановит часть жизни. Да, это восстановило мне жизнь. Тогда я не вернусь назад. У меня две аптечки и куча этого места свободного. Блять, пиздец, это ёбнутая, сука, система. Ну, так-то я согласен. Не, просто здесь вот, это было совершенно неожиданно. То есть в Layers of Fear ты знаешь, что будет скример. Ты знаешь, что он, блядь, вот, ну, просто вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага, Вася не ожидал. Кстати, враги обманчиво очень быстрые. Вроде они выглядят как медленные говнюки, они ни хера не медленные. Башкой целится очень странное ощущение, конечно, до сих пор. А не, оно прикольно, оно очень вроде удобно, но непривычно. Так. У меня были где-то улучшенные пистолетные патроны, вот они. Да. Так. Блять. Я что-то вообще забыл про это место. У меня в голове отложилось, что все, мы уже практически закончили с особняком. Нихуя. Ни-у-я. Тут же нет снайперки в этой игре, да? Пиздец. Что-то я вообще очкую. Пока не видел ни одной нормальной снайперки, кстати, в VR-игре. Что в Boneworks, что в Кровь Истина. Там вот это вот прицеливание мануальное, оно стрёмно очень работает. О, господи, сохранёночка. Надеюсь, здесь не будет никаких этих. Так, сильный эпоксид и порох, да? Ладно, все. Так, этого фигурки мужика здесь нигде нет? Которую разбить надо? Нигде нет, да? Мистер Эвриве. Снайпер Элит скоро выпустит VR-версию. Я не знаю, только это первая часть или трилогия, что это будет. Я знаю, что коту нравится Снайпер Элит. В восторге от этой игры. Так. Я не знаю, мне патроны, наверное, не стоит пока делать. О, это рекорд. То есть ты играл больше примерно на 20 минут, чем обычно. Я вот не знаю, какую часть обещали переделать. Блять, сейчас. Там же еще зомби-мод, по-моему, или зомби-часть была.
Сейчас что-то будет. Сейчас, блядь, что-то произойдет. Надо чаще быстрым разворотом пользоваться. Вот это зачем сделано? Это типа вентилятор для коров? Сильный эпоксид. Мне что, вниз спрыгивать, что ли? Блять, что, мне реально спрыгивать? Итан. В Overwatch я бы поиграл в рандомный режим. Остальные режимы, они... Вообще никакого интереса не возникает. Тем более надо играть. Так, у меня 20 патрон. Для дробовика. Ага. Не зря я кучу патрон потратил. Ага. Кстати, батарею мы вставляем, прям как в первом резиденте. Ох, блядь. Почему я так очкую? Я думал, это бомба. Блять. Конечно. Ну, конечно. С какой стороны? Пизда. Срать он хотел на мой огнемет. Пизда мне, пизда, мне такая пизда, сейчас бы настанет. Да какого хуя, что происходит? О! Отстрелил! Изи. Вот любят, да, вот в и таких играх делать вот гигантских, жирных, блюющих мужиков. Здесь Left 4 Dead, Last of Us, по-моему, первый было что-то похожее. О, блядь. Я не знаю, что такое Killing Floor.
Только пусть никто сейчас не вылезает. Никакое говно пусть сейчас не вылезает. Пищевые добавки. Эпоксид. Ты следующий. 14.08. Это, кстати, Кленси. Главный герой видеокассеты, который сгорел, который был в демке, который был в DLC. Очень жалко этого чувака. Том Кленси. Нет, код правильно произносить. Том Кленси. Том Кленси. Это самое... Очень жалко его. Клёвый был парень. Да. Чё там написано было? 14.08. 1.4.08. Окей, окей. Один четыре ноль восемь. О, туда уже вернуться нельзя. Слава богу. Так, 1.4.08. 1.4.08. А, нет, я могу туда вернуться. 1.4.08. Может, ты отойдёшь? Я последнее сообщение пропустил. Не видел, что там кто написал. Что? Пиздец. Нож-то можно оставить? Пиздец. Патроны. Как вообще он поверил? Как он согласился на этот, блядь, какого хуя? Он просто оказался в той же ситуации, что и Кленси был. Сразу. А, но теперь, в отличие от Кленси, мы знаем, что делать. Кстати, интересно, а если бы мы пропустили бы видеокассету или не стали бы ее смотреть, как бы это происходило все? Так, ну, так как мы знаем пароль, нам вот это все не надо делать, то, что делал... как звали этого мужика-то? Кленси. То есть мы сразу напрямую сюда идем, пережигаем. Пароль лузер был. Сейчас ёбнет. Нет? Здесь что-то лежало. Этот шарик нам не нужен.
Изи. Ща ёбнет. Нет. Так, то есть, в чем разница, в отличие от Clancy? Мы не выдергивали вот ту штуку, и, соответственно, комната не загорится. И у Лукаса было много свободного времени. Почему ты не отходишь? Серьезно? Серьезно? Это был взрыв? Он съебал. Finally. Finally. Карта испытательной зоны, спасибо. Лукас странный парень. Мия? Мия! Мия! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Well now, Ethan. The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Он... Это странно, но... Это странно, но Лукас выглядит самым вменяемым из всей семейки. Что странно, потому что, ну, он... Он... Да, блять, уйди ты, кресло сраное. Но он поехавший, да. Так... Так, что нам надо? Рука серии D, наверное. Так, М37 это четырехзарядный дробовик. Так. Пистолет. Их надо сейчас местами поменять будет. Я не знаю, огнемет. Может, дробовик мне вместо огнемета взять? Ой, дробовик, гранатомет. Сколько у меня патронов для гранатомета? 3 штуки. Потому что огнемет, он вообще не особо полезен. Так. Аптечка, да, мне нужна и патроны. Так. Так, у меня, да, все было. Гранатомет, дробовик, пистолет. А, стоп, улучшенные патроны пистолетные, на всякий случай. У меня инвентарь теперь большой, так что наплевать. Так. Ну что, валим отсюда. И где мы оказались? Господи, какой у них реально какое-то поместье, да, получается?
что же мне здесь надо? Мне нужен вентиль. А вентиль у меня в инвентаре есть? Прикольно, что тут даже вентиль, как в первых частях, нужен постоянно с собой таскать. Ну, не постоянно, но... Да. Так, я думаю, он мне пока не нужен. Хотя, ладно, пусть пока лежит, может еще пригодится. Или он... Нет, он займет место в инвентаре. Жилет клёвый. Неудивительно, что оно все такое заброшенное, кстати, здесь. За такой территорией точно семей не уследить. Нет, нет. Кстати, с Лукасом босс-файта так и не было, получается. А, и патрон для горелки начнем давать. Может быть, это была ошибка, блядь, брать дробовик. Ой, гранатомет. Ладно, плевать. Наплевать. Блять, серьезно. Не ожидал, падла. Блять, да какого хера? Эй, что? Что? Я не туда прозвернулся. Очень напряженно, когда с рогами здесь приходится сражаться. А я бы мог этого избежать, наверное, если бы сразу догадался взять с собой вентиль. Ну ладно. Они прикалываются? Может гранатомет достать? Нет. Так, я сейчас себе пистолетный патрон потрачу. Так, итог. У меня 2 пистолетных патрона. Отлично. Давайте на улучшенный переходить. Я вот решил сэкономить место в инвентаре, и в итоге сам себе испортил все. Если еще парочка врагов, вообще беда будет. Может мне патроны сделать? Я же могу потратить, в принципе, эпоксид с порохом смешать.
Сзади, да? Я даже не буду оборачиваться, я знаю, что там враги. Нет, я обернусь. Никого. Ха. Итак. Как нам делать пистолетные патроны? Эпоксид и порох. 10 патрон, давайте. Так, что нам надо? Выкидываем, горелку выкидываем. Или мне, может быть, огнемет сейчас на всякий случай положить в инвентарь? Ха. Ладно, плевать. Я буду максимально часто здесь сохраняться теперь. Кстати, а патрон для дробовика я могу делать? Улучшенные пистолетные. Пищевые добавки сильные эпоксид. Твердое топливо, сильный эпоксид, зажигательный патрон. Нет, не могу. То есть мне их по максимуму надо, конечно, эти... экономить. Мне не нравится эта музыка, она слишком... Что это за звуки? Это часть музыки? Сказал, что там кто-то шевелится. Я долбоёб. Я бежал за вентилем, и я не взял вентиль, когда пошел обратно. Ох. Это как записывал гонки в Моторшторме и не нажал кнопку записи, поэтому все похерил. Как так-то? Ну ладно, теперь все, решающее. Пробежка. На электричество они денег не жалеют, конечно. Смысл это все освещать. Сколько мы видели видов врагов? 3 штуки, да? Передвигающиеся на четвереньках враги. Медленно идущие враги. Медленно идущие враги с длинной рукой. Да? И боссы. Плесень, 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 да. Грибок. Или кто-то еще был. А, мухи были. Мухи еще были, да? А, Эн Анджело, привет. Жирнич, да, Жирнич был. Но он был скорее как босс, а не враг. Да господи, блядь, кошка! Так. Где-то здесь она бродит.
пошел нахуй. Это пиздец. Это... Я представляю, это с самого начала этой секции. Ой, блядь. О, господи! А, стоп, погодите, здесь уже поднят? Что? Ты как, откуда я тогда начинаю? Да, он не все отображает. Почему-то. Чат на PlayStation 4 странно работает. Ладно, все-таки более-менее правильно он меня загрузил. Ладно. Хорошо. Окей. Правильно, я не зря сохранялся лишний раз. Он же не чекпоинт, он последнее сохранение мое. Да, все собрано. Ну, с другой стороны, на PlayStation 4 он хотя бы показывает смайлы и чат. На PlayStation 5 он этого не делает. Он еще и звук не отображает. Потрясающая система. Не знаю, они это починили или нет. Я потому что хотел сначала стримить с PS5. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Он за мной бежит, да? Естественно. Я проглядел, к сожалению, сообщение. Кстати, а как PogChamp он сейчас показывает? Сделайте, пожалуйста, PogChamp кто-нибудь в чате. PS5, я даже не помню слоган какой был. Извините. Упс. Ты заебал, мужик? Я, блин, во время экшена не успеваю читать сообщения, к сожалению. Жалко, нельзя здесь чат сделать, как на пике. Так удобно. Руку поднял, посмотрел чат. Так. Не, ну это, конечно, смешно. Блядь, здесь сидит айтембокс был? О. Слушайте, мне слишком много топлива для горелки дают. Пожалуй, я возьму себе огнемет сейчас. Кошка, иди нахер. Где ты здесь бродишь? А, вот-то. Так. Рукоятку скидываем. Чё, огнемет тогда надо доставать? Психостимуляторы не нужны. Это что такое, пистолетный пот?
Так, это, походу, мне не надо, тогда я выложу пока. Три аптечки. А, у меня огнемет-то с собой. Ща. Как мне его экипировать отсюда? Никак, да? Мне его надо именно вставить в слот. Я... Интересно, как думаете, вот сейчас Sony сообщество прикрывает, да? Через сколько они начнут на PlayStation 4 прикрывать YouTube? Ну, Netflix, скорее всего, максимально долго будет работать. Экран вырубается, это там же сохранянка. Это он блокирует видео на экране. Этот, как он называется-то? Twitch как раз сколько будет еще работать. Мультидраг Дрифтер, привет. Да она не атакует, она просто рядом. Я стою сейчас, я же стоя играю, потому что я передвигаюсь так. Это, ну, проще так, чем сидя, чтобы не укачивало. А кошка ходит сзади по диванам, я ногами опираюсь в диван. Она ходит у меня за спиной и орет периодически. Дура. Ненавижу ее. Эй! Yeah. Гарем Итана. Может, сначала Зою надо было освободить? У нее хотя бы не было таких припадков. Zoe? Zoe, yeah. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? А. Нет, ты окей? Не окей. Ну что ж. Тут, кстати, глупый выбор довольно-таки будет после этого. Hurry, and give me the serum ingredients. Чего? Right here. Теперь... There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. То есть, да, в этом... У нас куча концовок было просто хорошие, плохие в Resident Evil, да? О, но... Так, знаете что? Наверное, мне нужен... This is getting old, Jack. Итан выебывается еще. Я, брат, полез. Нахуй.
Не зря я гранатомет взял. Ой, не зря. Отстань от меня, мужик. Мне нравится, что Джек вышел из себя. Он сначала такой выебистый был, да? А теперь все, он понял, кто такой Итан. Понял, что ему с ним не справиться вот так вот. Наверное. Так. На животе, да? Очень-очень быстрый, дядька. Улучшенные пистолетные патроны. Го! В упор не вижу, куда стрелять. Опс. Я совершил ошибку! Может было спускаться чуть быстрее. Но мне самому это не нравится. Чек. Где-то еще. Где-то еще одна точка есть. О, господи, где? Блять! Говна кусок! А, вон она, вижу. Где-то еще? Господи, да где? Я больше не вижу у него глаз, который можно было бы отстрелить. Я бы с удовольствием. Сколько можно? О нет, вали! Пошел нахер, Джек. Кстати, а где... дробовик спас ситуацию... Дробовик, господи. Гранатомет спас ситуацию. У меня 40 патронов для дробовика. О, Зоя. Want me to cure him?
Да, игра от VR выигрывает. Ты в порядке? О, это настоящий Resident Evil. Тут кто-то спросил, в порядке ли я или нет. Наконец-то, господи, я дождался. Сейчас будет неловко. Сейчас будет очень неловко. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just Давайте пополам поделим. What the hell are we gonna do now? Ну, тут как бы это глупый выбор. То есть он пришел сюда спасать свою жену, Мия. Она его жена. Зою он не знает. Так что тут как бы, ну... It's fine. It was foolish thinking I could escape. But Zoe... Go! Both of you just go! Come with us. Тем более мы знаем, какое каноничное, да? Какой каноничный выбор. Apparently I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! Ну, надеюсь, ты с собой довольна, Мия. Кстати, да, что у тебя с волосами? Ну что ж, мы закончили с фермой. Охренеть. Это было довольно быстро, надо сказать. Но босс-файт здесь классный, конечно. Две драки с Джеком, одна с Маргарет, тот жирный в подвале, да? То есть... И вот этот файт с Джеком неплохой был сейчас. От меня, наверное, воняет сейчас. Итан? Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Итан. Ну, да. Мия, I know you've been through a lot. We need to talk. Но она здесь дольше пробыла. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Она врет, кстати. Я уверен, что она врет. Эй, мы вернулись в Revelations. Любит Resident Evil корабли. You're okay. The hell was that? А, да, точно, я забыл, блядь. Опс. What the fuck? What is that? What is that? Мами. А что за Резик Гайден? А, это который The Tame, что ли? Мне вот это не нравится. Почему катсцены сделаны вот так отдельно экраном? Или это CG? Зачем это CG? Да, это CG, кажется, да? А, на геймбое который. Он же вроде... Погодите. Он разве вышел? Его разве не отменили? Мне казалось, там прототип какой-то был. Это, кстати, очень прикольно сделано, что... Странная бутылка, которую вы обнаружили в кармане, очнувшись в доме Бейкеров. Наверное, она имеет значение. Вау. Потрясающе. Я могу, конечно, прочитать все. Это охрененный поворот, что вот сейчас мы играем за... Не Итана, а уже за Мию. Это здорово придумали. То есть, ну, в Резидентах сейчас такое бывало, но просто здесь как-то не ожидал вообще. Отменили на геймбой. А.
Я знаю Gun Survivor для PlayStation 1, Gun Survivor для PlayStation 2, по-моему, их два. За баре на корабле я вообще не слыхал. Да кот, заткнись! Заткнись! Это окошки. О нет, Итан! Мы почти увидели, как ты выглядишь. Так, значит ли это, что читерского пистолета у меня больше не будет и читерской защиты? Какие у нее грязные руки. Кошка, заткнись. Все равно я потом дальше буду резидента продолжать. Я хочу пройти, перепройти второй ремейк. Хочу пройти ремейк третий. А Gun Survivor попробовать когда-нибудь. Можно тогда и Гайден, что за Гайден посмотреть. Этот корабль здесь 5 лет лежал, да? На вид больше. Я знаю, что он короткий. Да мне оригинальный Resident Evil 3 не нравится, так что я не знаю, что будет, как ремейк пойдет. Плюс нам еще надо попробовать Umbrella Corps. Очень Evil Beer и Dartil хотели поиграть в него. Я их все отговаривал. Не, говорят, хотим. Так. Да, демку 8 надо пройти будет. После 7 части, кстати, можно будет пройти. Не знаю, долго она вообще, надолго ли? Корабль классно выглядит. Сейчас мы... Сейчас надо шлем протереть, пожалуй. Что сейчас приятно на корабль вернуться, мне очень понравился корабль в Revelations, да? И не только это мне понравилось, мне понравилась финальная секция игры, где мы попали на затонувший корабль, где жили эти террористы на затопленном... На затопленном этом корабле. Это была очень классная атмосферная локация. Кроме последнего босса. Последний босс был говнищем. Телепортирующийся ниндзя-тиран, создающий теневых клонов. Он может идти в жопу. Ну да, нормально. Какой еще корабль можно найти в американской глуши? Чуваки. Мне показалось, что он шевелится. Сразу за Мию. Вот знаете этот момент? За... Только-только за Итана мы стали уверены в себе, да? Кроме подвала сраного. Потому что этот... У него куча оружия было. У него был 2 дробовика. 3 пистолета, гранатомет и огнемет, да? И ножик. У нее бутылка в кармане. Охрененно. Так. В Ре 2 нет. Когда мы переключались в Ре 2 на Аду, у нее был свой инвентарь. И когда мы переключались на Шерри, Шерри была сраным танком. Ее, чтобы ее убили зомби, это надо постараться. Почему вы в солнечно-защитных очках? В солнечных очках. Хм.
успокойся, это под Вескерс, суки. Я так полагаю, что эти двое не выжили. Забываю, что здесь удобная штука есть, что если по нажатию наверх на аналог правый, камера автоматом разворачивается туда, куда я смотрю. Надо чаще этим пользоваться, наверное. Ну, хотя мне удобнее разворачиваться, наверное, просто влево-вправо. Кусочку. Вставай! Что так темно? Где мы, блядь? She's not my child. Она мне не дочь. А, да. Так, вот, ну-ка. Список экипажа. Капитан Эд Карлайн. Главный механик Пол Фицджеральд. Первый помощник — Джованни Финетти. Второй помощник — Кларк Волш. Механик — Дуэйн Чалмерс. Техник связи — Джим Стокман. Врач — Джеральд Уодделл. А на таком гигантском корабле довольно маленькая была... Блять, сука! Должно быть, он от чего-то прятался. А, это, да, один из этих чуваков. Я не испугался вообще ни капли. Так... У меня есть карта? Есть. А, там тупик был. Давайте мы в тупик сходим, может, мы что пропустили? Нет, ничего не пропустили. О. Надо сделать массаж. А вот и второй. Да, они недалеко убежали. У этого, кстати, тело не затекло, он просто умер. Душевая кабинка. На даче такую собирал. Чуть не спятил. Пусто. Так. She's inside me. She's inside everyone. That's what she said. Wait, what? Охереть. Уф. Только единственное, это по графонию так бедненько смотрится в VR. Напоминает Fallout 3 этот танкер. Не танкер, а авианосец, на котором люди жили. То есть, да, это не очень графоний. Но... А так сама локация прикольная. Танкер, газовоз, СПГ «Аннабель». Построен 1987-й. Полный груз 71 тысяч тонн. Длина 289 метров. Со звездочкой. Так, «Аннабель». Корабль называется «Аннабель». Погодите, хотите сказать, что этот танкер сюда в глушь залетел, упал, и здесь его никто не искал? Хотя, с другой стороны, все, кто рядом проходили бы, они бы умирали у бейкеров, да? Are you remembering? What? What are you? Мне она нравилась больше, когда она не говорила. Сейчас мы... Дайте мне хоть какое-то оружие. Мне серьезно наверх надо? А, да, надо наверх.
Сейчас она будет наверху, да? Меня ждать. А, нет. Чел не успел добежать до лестницы. Да что такое, у меня глаз так чешется. Интересно, эту игру проходили только с ножом, как другие резиденты? Не. Wait. Так. Падла заперлась. На всякий случай закрою дверь, мне что-то как-то очково становится. Так, а у меня нет моднявой штуки, как у Итана на руке, то есть как мне за своим здоровьем-то следить? Если мне дали аптечку, значит меня сейчас будут дамажить. Пиздец. Извините за мат. Пожалуйста, блядь. Так. Эпоксид и травка. Я могу сделать аптечку. Отлично. Так. Ну, я так не играю, блядь. Это что вообще было сейчас? Так. У меня два патрона. У меня аптечка и два патрона. У меня два патрона. Два! Снаружи говно, да, ходит? Взял фьюз. Там еще две аптечки. По пуле на монстра, да. Я надеюсь, по идее, если вот эти плесень, она далеко уходит от своего места, она деспаунится. То есть, по идее, я могу сейчас налево пробежать, и его, наверное, там не будет. Я хочу вот те две двери серенькие попробовать пооткрыть. Рискнем. Слушайте, какой классный монитор. И это все гниет, а? А почему клавиатура не подключена? Так, если она хочет, чтобы они были семьей, какого хера она ее тогда пытается убить? Советы путешествующим по Амазонке. Красота в Черной лагуне.
Мне, наверное, аптечку надо съесть, да? Дорогая Дженнет, ну как дела? Наверное, пройдет полгода, пока ты получишь это письмо. Здесь такая скукота, каждый день одно и то же. А за бортом лишь море. Хотя нет, кое-что изменилось. На этом раз у нас на борту несколько пассажиров, что здесь большая редкость. Это супружеская чета с маленькой девочкой. Наверное, дальние родственники капитана. Представляешь, путешествуют на танкере. Наверное, денег нету. Я пытался поговорить с девочкой, но отец так злобно на меня посмотрел. Интересно, чего он боится? Кстати, капитан сказал, что у него вообще нету родственников. Может, зря я об этом думаю. Скучаю по тебе, целую Джим. Джим is dead! Это что? Психостимуляторы? Стоит ли мне сейчас есть психостимуляторы? У меня лута нет вообще, да? Нам уже не спастись, но я хотел бы расскажу миру о том, что здесь произошло. Я вернулся с ночной вахты и отсыпался в кубрике. Было около полудня. Будучи в полусне, я услышал смех ребенка, маленькой девочки. Или, может, мне почудилось? 19:30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вышел Дрю, один из механиков, и сказал, что внизу что-то происходит. Возможно, это бунт. Он был очень бледный. Он сказал, что пойдет и все разузнает. Ушел и не вернулся. Наверное, было 19:50, когда раздался ужасный вопль. Я пошел на разведку в прачечную и увидел, как какое-то черное чудовище пожирает Кларка. Оно повернулось и направилось ко мне, огромное, с зубами, как у акулы. Я забежал и убежал. Теперь сижу, съежившись в кубрике, трясусь и пишу эту записку. В коридорах полным-полно этих тварей. До сих пор то и дело раздаются вопли, но я ни за что не выйду. Завершаю свое послание. Я рассказал все, что мне известно. Джованни Финетти. Оу! Аптечка. У меня еще один патрон. Так, ну давайте психостимуляторы, наверное, сожрем. Может, сейчас лут какой перепадет. Но в той комнате я не смогу собрать лут. Блять. Так, мы выжили. Это плюс. Что, второй этаж пока что? На третий пока не рискнем пойти. А, блять. Третий? Так, третий — это сюжет, походу. Давайте на четвертый пойдем. А на четвертый мы не пройдем. Так, у нас 8 патрон. О, девчонка сидит здесь. Что скажешь? Мортис. What? Why? You need to remember, so we can be a family. То есть она реально забыла. Нормально у тебя лицо. Пойдет. Тут закрыто. Да сейчас посмотрю. Больше ничего здесь нет. Окей. Старая видеокассета. Посмотрите видеокассету. Покрытая чем-то черным, похоже, у нас слизь. Иу. Так, тест subject E001. C-транспорт топ секрет. Мия Уинтерс. Это записывала Мия. 5 октября 2014. То есть это прошло три... Нет, в каком году действие игры происходит? В 17-м? 3 года прошло, да? You're getting worse. She must have infected me during the attack.
too far gone anyway. А это кто? Подумал бы Итан сейчас. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Так, сейчас, момент. Мне надо опять протереть шлем, что ж такое-то. Интересно, чего мы еще не знаем? Что мы знаем про вообще восьмой резидент? Там будет деревня. Там будет замок, да? Там будет подземелье. Что еще, наверное, будет? Наверняка какая-нибудь тоже лаборатория или еще какое-нибудь дерьмо там будет. Очень-очень интересно, конечно. Какие секреты будут? Редфилд. О, да, Редфилд. Который там выглядит, в принципе, очень неплохо. Патроны для пулемета. Почему они все переводят как пулемет? Автомат P-19, скорострельный автомат. Это перевод, блядь, из Resident Evil Revelations. Найс. Отдел специальных операций, директор Алан Дроуни и опекун Мия Винтерс. Последний отчет указывает на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам перенаправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. В избежание подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддержите жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожите Эвелину. А они не на правительство работают, я правильно понимаю? Эй, open world, деревня будет неплохо. Потому что... О, у нее нож есть. Нормальный нож. А, потому что... Если бы это была правительственная организация, вряд ли бы в двоих агентов все бы отправили. Да? Это глупо. Да еще... Так. Альберт есть. Ей! Я буду читить дальше. Я буду читить дальше, ура. И отправили бы не танкером, а каким-нибудь, я не знаю, другим более надежным способом. И больше бы людей бы об этом знало. Так. Числа показывают расстояние до цели. Отлично, мы пойдем в другую сторону. Нам надо полутать. И, блин, слушайте, все... Я не знаю, я не знаю, как танкеры должны выглядеть. Запрет загрузки. Но это выглядит неплохо. А, туда подняться. То есть вообще прям не круизный лайнер, конечно. Приятненько. Заперт. Каюты, все дела. Блин. Пищевые добавки. Hunting life. Лучше сначала проверить весь этаж. Хорошо. Качки нет на корабле. За окном не видно, что происходит. Заперто. Да что ж такое-то? Все заперто здесь.
Какой грязный монитор. Иу. Я мог зачем-то здесь залезть. Мия не ходит нормальными путями, походу. Значит, Мия у нас спецагент чей-то. Непонятно чей. Не признается, падла. Так. She's vomiting. Damn, I'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends in the same zone. All right. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Так, что, мужика наведаем? Так, психостимуляторы мне, наверное, не нужны, а вот аптечку я сделаю с удовольствием. Вы отперли это. Пока никого, да? Та-да-да-да-та. Бля, я так не хочу патроны тратить, на самом деле, в этой игре. Вот сейчас. Чё? Полобойма. Вот какая-то тварь заперла эту дверь. А, я не в ту дверь ломился. Блин. Окей, извините. Чё скажешь? Ничего не скажет. Насрать на него. Оставлю дверь открытой. S2. А, блин, я, к сожалению, не вижу длинное сообщение сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давайте его запутаем. Иди к мужику! Я не хочу патрон тратить. Ха! Лошара! Куда он пойдет? Сука, он умный! Так, мы едем в подвал, да? Сейчас, одну секунду, я извиняюсь, но у меня что-то... Я не понимаю, у меня почему-то запотевает левый глаз. Мемы третьего Silent Hill про закрытые двери. Мемы третьего Silent Hill про закрытые... Там было до хера, по-моему, закрытых дверей, да? Я помню. А вот мемы я не видел. Так, окей. Так будет лучше, наверное. Ах, я не знаю, что-то неудобно очень. Итак. Так, у нас, если что, почти две обоймы. И три патрона в Альберте. В Альберте три патрона. Так.
Угу. Пол обоймы на врага. Ну это, наверное, не очень хорошо. Сейчас. Кстати, я хочу сыграть как-нибудь в VR в игру под названием Last Labyrinth, она, по-моему, называется. Это от создателей Shadow of Colossus, Last Guardian. Они же открыли инди-студию свою, это часть людей, которая оттуда ушла, и сделали VR-проект, где мужик, ты играешь за мужика на инвалидной коляске, который по лабиринту путешествует. Ну, как путешествует? Там с ним девочка путешествует, которая его толкает из комнаты в комнату, и надо помогать ей пазлы решать. Я в демку играл, демка довольно любопытная была. Давайте потратим эту. Блять, Альберт классный. Только, наверное, сама версия будет с чернухой с какой-нибудь. Потому что там... Да что такое-то сегодня? Сейчас, момент. После Эйнштейн. Да, причем, кстати, она разговаривает на языке, который придуман для игры, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть ты не понимаешь, что она говорит, она не понимает тебя, можно только кивать и, ну, типа, вот так и вот так. И показывать, что надо делать. Дистанционная бомба. Дистанционная бомба. Хорошо. Дистанционная бомба — это очень хорошо, наверное. Потратим на него дистанционную бомбу? Или больно много чести на одного врага бомбу тратить? Давайте потестим. Подорвать квадратик. Чё-то не очень. Может быть, против кучки врагов было бы неплохо. Так, Эвелина, ты где? Блин. Мне нужен какой-то аппарат. Эллен, I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Отлично. Блять, я думал, это нож. А чё я взял сейчас? Коррозионное вещество. Кстати, подствольник же есть, да? Но нет патрон для него. Или вообще здесь подствольник не работает в этой игре? Сильная кислота способна растворять некоторые металлы. Конечно, оно не так работает, естественно, но допустим. Это же видеоигры. Так, стоп.
Там дверь тоже была, мы сразу расплавим там замок. Полутаемся. Странный танкер, странный. Не? Так. Итог, у нас еще две коррозионные штуки есть. Наверху, да, было, по-моему, два ящика. Ну, вот когда мы вернемся наверх, то надо потратить. Да, в общем, я хотел этот Last Labyrinth купить, но они за него просят 2000+. То есть, ну, они охерели, конечно. Потому что я не знаю, насколько длинная игра или нет. Стоп, я запутался. Мне сюда надо было, да? Are you mad at me, mommy? No, Evie, I'm not mad. Wait. What did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Еще раз, на всякий случай. Okay? Ага, в Epic Game Story продается, будет продаваться в конце марта переиздание Kingdom Hearts, где 4 игры за 2100 рублей. Отличное переиздание. И там геймплея на кучу часов. Каждую часть можно пройти 30-40 часов, наверное. Ну и где она? Куда ты делась? Дверь? Чтоб тебя... Куда ты... Куда она делась? А, вот ты где! Иви, wait! Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends. Несите мне соль... Нет, несите мне соль на рану. Не говори на взрыв. Okay? Да-да-да, она там бешеных денег стоит. И причем самый прикол, что там будут DLC, блядь. Они будут DLC запихивать, которые покупать отдельно в игре, которая вышла хуй знает когда, извините, конечно. Это наглость, это реально наглость. Так, знаете что? Я беру свои слова назад. Бомба офигенная. О, вот это эффект, эффект дыма. Он очень классный. Хоть из-за него сейчас разрешение упало, я не знаю до какого уровня. Так, у меня еще одна бомбочка осталась. Это меня дамажит? Я даже на это ногой внимания не обращал. Эй, ну ты падла. Надеюсь, сзади никто не придет.
господи. У меня две обои. Не, полторы опять обои. Emergency safety lockdown system has been engaged. Во всех лифтах на танкерах установлена такая система, которая рассказывает, объясняет. Это именно так и работает. Так, мы опять на втором этаже. Чё, наш чел-то еще жив? Не сыпь мне соль на рану. Не говори на вздрыв. Ави наверху. Алан? Алан, where the hell are you? Кстати, а мы этого Алана найдем потом или нет? Интересно. Да, да. Не, это... Это охереть, конечно. Это уровень Nintendo какой-нибудь. Не, я все равно возьму на Switch, наверное, да? Ой, а что второе было? Тоже бомба? Две бомбочки, отлично. Бомбочки мне нравятся. Бомбочки — это хорошо. Лошок. Слушайте, блок — очень прикольная штука. Ну, я понимаю, что у меня он проапгрейженный, но все равно. 90 топ. Это что, региональные цены или что? Ебать. Мне кажется, ли эта штука начинает расширяться, нет? Бомбочку или так убить? Чел, ты идешь сюда, не? Так, у меня осталась одна нормальная... А, у меня даже обоймы нет. Охереть. Кажется, у меня проблема. Может, не стоит убивать всех врагов подряд? Я не люблю так пробегать мимо врагов. Так, Иви наверху, он сказал, да? Патронов нет. У меня, конечно, бомбы есть. Блин. Не знаю. А, погодите, мы вернулись туда же, где мы были, кассету смотрели. Так, что ли? Давайте, темный мрачный коридор. Так. Здесь ничего. Эй, это же наш чел.
Не так уж ты и умен оказался, дебила кусок. Чё тебе надо? Чё скажешь? How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing I'm already dying. Don't say that. She trusts you. That little bitch. На цифре двойка. Это не значит, что она рядом. Evie, no, Evie, Evie. Alan, listen. I didn't mean to call you that. She's Evie, trying to take control. You have to fight her. Ew. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't! О, у него такие же часики, как у нас были. А, это еще не все. Флэшбэк еще не закончился. О, боже мой. Ты тоже заражена теперь. Нельзя на часы свои посмотреть. А, часов нету больше. А, интересно. На свече интересно. Там физическое здание будет? Потому что оно будет точно дешевле, чем в Ешопе. Рублей на 300-400 точно. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. Да, я тоже физическая. Обычно full price игры на свече это 3750. В Ешопе они стоят 4200. Ну, блин. Какого хера? Записывает сообщение, когда за ней бегает Крис. Да. We'll be together forever. Мия очень скромно выглядит по сравнению с женскими персонажами из Resident Evil Revelations, если так подумать. И какие здесь долгие загрузки, это невозможно. Надо бы, кстати, PlayStation 5 включить. Ой, в
включить, скачать там игры, какие в плюсе дают. Evelyn, I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. А вот этого я не испугался вообще. Должен сказать. Это было совершенно не страшно. Так. Но, я не знаю, с работающего покчампа мне что-то вообще это... Да. С него становится смешно очень, что он здесь работает по-старому. То есть, получается, когда на Твиче они тоже меняли каждые 24 часа его, да, он тоже такой же оставался. Я не знаю, но это так смешно что-то. И... Yeah. Так, лифт, мы поедем на лифте, понятно. Содержимое уже кто-то забрал, кто бы мог это быть. Не такси. Понятно. Да Sony токсики. Они напрямую бросают вызов Твичу. Так, отмычка. Похоже, поломанный. Похоже. Здесь нельзя это использовать, ясно. Так, здесь что-то, что можно открыть отмычкой. Это здорово. Эпоксид. Мне сейчас нужны патроны позарез. Итак, у нас есть, наконец-то, патроны. Я эпоксид потратил, да? Черт. Мы где-то можем найти автомат. Еще лучше. Кстати, здесь автомата нет нигде, да? Жаль. Так, две аптечки. Две обоймы для пистолета. Бомб нету, бомб нету. Здесь автомата тоже нигде не валялось. Хорошо, вернее плохо, ну ладно. Ножа нет, вот чё херово. А, ну хорош. Вот, кстати, вот это вот мне не нравится. Почему здесь до сих пор работает электричество? Прошло 2 или 3 года. Это в Revelations то же самое. Корабль на дне несколько лет лежал, у него работает электричество. Здесь работает электричество. Я все понимаю, конечно. Самое тупое это в третьем Fallout. Когда ты ходишь по домам, разрушенные дома, остатки, которые стояли сколько, 200 лет... Да. И там работает освещение. То есть, ну, как бы, ну, серьезно. Я просто не могу, я каждый раз играю. Мне нравится третий Fallout, по большей части. Но я просто не могу на это внимание там не обращать. Нет, это меня не смущало. Они не забиты едой. Там остатки, которые люди не собрали. Не... Там кто-то в окне не дособирали. Maybe it still works. Конечно, это все еще работает. Ethan. I hope I make it in time. Okay. Bottom level. Liar. Stop it, Evelyn. Ты как это сделала, дура? Fucking hallucinations. Я не знаю, кто это, и я не знаю, про что это.
Блин. Ага, хорошо. Только я, может быть, уже не найду в чате. Мне тяжко в чате потом искать это. Игорь Перепрезик и ЖРПГ. А, гибрид резидент и ЖРПГ. А, нихера себе. Блин, тут кто говорил в чате? Энанджело, по-моему, начал вспоминать про Динокризис, и мне очень хочется его поиграть теперь. Тем более, что первую часть я вообще не играл. Я играл только во вторую. О, а вот и бомбочка. Кабина капитана. Каюта капитана, извините. Ебать, голодец, сука. Мне нужен ключ. Мне нужен ключ, мне нужен этот автомат. Кстати, довольно большой, да, корабль-то, надо сказать. Второй уровень мы смотрели полностью. Третий, вернее. На втором этаже не были еще. Первый осмотрен почти полностью. Комната отдыха не были. Под этаж наплевать. Это что у нас? Здесь все. Здесь все. Понятно, у нас осталось не так уж и много. Мы практически весь корабль уже исследовали. Ключ под гайку с выступом. Каюта капитана. А что она у нее такая дерьмовая-то? Тут полка, кресло, диванчик и все. Ну, автомат лежит, конечно, но и все. Саре очень не понравилась секция на корабле, я помню, когда он говорил. Он говнился, что она вообще существует. Я должен сказать, он не разбирается в хороших видеоиграх вообще. Здесь я все осмотрел, да, уже? Травы. Это можно взорвать, что ли? Я надеюсь, это можно взорвать. Нет. И убрать это тоже никак нельзя. О, нет. Она как Ребекка Чемберс. Притворяется, что нихера не может. Прыгать было не очень умное решение, конечно. Погодите. А кто здесь закрыл? Тут же было открыто, когда все это началось дерьмо. Найс, найс, найс. Где мой Альберт? О, да, Альберт. Так, я, в общем, теперь не боясь, должен потратить 9 патронов с этого пистолета, потому что буду пользоваться только Альбертом. Да, то же самое. Ой, пистолетные патроны. Так,
Что у нас вообще по времени-то? У нас по времени 6 часов. Слушай, а вообще много игры-то осталось, если так подумать? Че, убьем говнюка? Вот ублюдок. Серьезно, я думал здесь не так уж и много. Ей. Шахты вроде вообще короткие, по-моему. Мне казалось, что шахты буквально ненадолго. Где я, блядь? Я думаю, может попробовать добить сегодня эту игру. DLC я вообще не... Не играл, поэтому его интересно будет поценить. А, фак. Мне надо в ту комнату, да? А, он умер. Она его убила. Она его убила. Блядь, зачем я перезарядил пистолет? А-а-а, это была ошибка. После катастрофы в Ракун-Сити прошло уже 16 лет, но оставшиеся в живых продолжают страдать. Тут так мало отсылочек, кстати, к другим частям, да? Если так подумать. Можно замок выстрелить? Нельзя. То есть это горы Аркли, я видел фоточку. Что еще здесь было? Ну, травка, конечно. А что еще? Нахуй ты сюда вылез, Вася? Так, давайте это говно мы запрем в комнате. А, нет, мы не сможем его запереть в комнате. У меня улучшенные пистолетные патроны есть откуда? DLC надо будет за Криса пройти и за деда кулачного бойца, значит. Дед кулачный боец. Это что за сейф? Я кого-то слышу, кто-то сюда идет. Кто-то слева. Нет, я буду читить. Я сраный читер. Так, получается, мне вот туда надо. Скорее всего, вот сюда.
правильно же понимаю? О, найс. Найс. Отмычка. Супер. А где я мог отмычку использовать? Так, отмычка. Диспетчерской отмычка была, да? Это этажом выше. А, всего одно место. Так, мы возвращаемся наверх. Этот враг мне не нравится. Почему он постоянно туда, то туда, то сюда? Он охерел. Я пойду сохранюсь. Так, этот пистолет мы убираем, наверное. Чтобы не было искушения его перезаряжать. Я, кстати, я дебил, вон там валяется этот, кислота. Я ее не увидел, когда здесь был в прошлый раз. Опс. На земле валялась. То есть я могу здесь дверь открыть. Вон там, которая была. Соник. Найс. Найс. Так. Сильный эпоксид. Я могу сделать все сильные пистолетные патроны. Да, пожалуйста? Нет, извините. Я не хочу называть себя казаком. Коим я и являюсь. Так. Что-то тут не так. Что здесь не так? Мне надо было древнюю монету убрать давно в инвентарь. Так. Убираем древнюю монету, ключ мы потратим, отмычку мы потратим, травку убираем. Травку и порох, вот. Теперь все гораздо лучше в инвентаре, мне больше нравится. Так. Ох, не говори, я правда так и не смотрел мультфильм. Они же финал выпустили потом в виде мультфильма. Хоть что-то, скажем так. It's something. Я каким-то переусложненным путем, походу, пошел, наплевать. А. Ну, окей. Я бы мог здесь дверь сожрать, да, этим коррозионным веществом, но он... Охереть.
это в Стиме? Или где? Или она эксклюзив Свитча? Если в Е-шопе, то забей, лучше предзакажи физическую копию, она будет дешевле, скорее всего. Да-да-да. В Е-шопе цены всегда дороже в электронной версии, потому что это Nintendo, она гениальна. А, в магазине физическая копия, серьезно? Блядь. Я прямо все рассчитал. Это было рассчитано прям на 100%. Почему эта дверь открыта? Я ее вроде закрывал. Стоп, там кто-то есть? Нет. Вот это офигенная штука, что можно бомбу заложить в приоткрывшуюся щелку. Сейчас, секунду, у меня глаз запотел. Так. Готовишься к выходу приключенческая игра для взлома и слэш. Чё? Для взлома и слэш? Что это значит? Так. Окей. Так, плюс VR. Я могу играть с незавешенными занавесками. Охереть. Только я все равно не вижу ничего. Потому что, ну, я в шлем смотрю. Так. Обычно просто у меня солнце заходящее. Оно всегда в окно светит. Я что, здесь прыгнуть должен? А если я не хочу прыгать? Да, я должен прыгать. Так, а нам на этом этаже больше ничего не надо, да? Мы все взяли. Мы взяли автомат. Все. На третьем этаже у нас закрытая дверь. На втором у нас... Ах, хуй знает. Мне нужен коррозионная хрень нужна. Я где-то ее пропустил, что ли? Я нашел только, которую автомат мне давала. А, стоп, я здесь был? Сейчас это говно развернется, я ему башку так же снесу, как в прошлый раз снес. Я промахнулся. Второй раз попал. Изи вообще, я не знаю, супер легкая игра. Чё там говорят, сложная, хоррор, сурвайвал, элементы. Зашел, увидел, замочил. Так. Нам уже не спастись, но я хотя бы расскажу миру о том, что здесь происходит. Я уже читал это. Я не узнал эту локацию, охереть. Я бы здесь был, когда Мия была этой здоровой. Да. А.
Черная. Красота в Черной лагуне. Блин, я проглядел про No More Heroes 3. А это что у нас? В чем прикол? Автомат офигенная штука, конечно. Прачечная. Погодите, или я здесь был как... Когда я здесь был? А, это то место, где я начал. Блять, я только сейчас понял. Вот дебил. То есть здесь должен быть враг. А я могу теперь нормально здесь обходить. А здесь больше нечего смотреть, блять. Я походу все, что можно было, я уже взял здесь. Так, зачем я вернулся на этот этаж? А, я знаю, зачем я вернулся на этот этаж. Знаете, зачем я вернулся на этот этаж? Убить это говно! Предохранитель взять. Мне больше эта дверь не нужна. Так. Мы сейчас идем в лифт. И там можно было ставить фьюз, по-моему. А, и мы на лифте, наверное, тогда что у нас осталось? Подвал несмотренный, да? Мы можем спуститься в подвал тогда. Наверное. Потому что в таком корабле будет, конечно, все работать. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется себе попросить этот кабель у доктора Бодула. Но срочно надо во второй машинное отделение, но для этого надо сначала починить эту штуку. Твейн. Черт. Мне нужен еще кабель. Кабель на третьем этаже у доктора Бодула. Черт. Мне надо на третий этаж. Ладно. Здесь-то я не пропустил, ничего. Это мои шаги? Я уже ничего не понимаю в этой игре. Монетку надо выложить. Так, третий этаж. Мне нужна кабина доктора, да, значит? Где же? Так, черт, побери.
Я понял, в чем проблема. Мне нужна коррозионная хрень. Но у меня ее нету. Мне надо понять, где я ее могу найти. Я одну потратил, чтобы открыть каюту капитана. Может быть, я ее там где-то пропустил? Потому что у меня, получается, одна локация осталась не закрыта. Это здесь. Вот, вот, вот эта дверь для меня заперта. Чёрт. Сейчас, момент, дайте подумать, дайте подумать. Где мы еще не были? Да мы всюду были. Четвертый этаж мы осмотрели все. Единственное, только, может быть, каюта капитана опять. Второй этаж осмотрели все. Первый этаж осмотрели все. Там тоже комнату отдыха можно вскрыть. То есть, по идее, где-то должно быть два, наверное. Две кислоты. Где мне их искать-то? Сейчас. Здесь нету. Нигде. Хотя здесь было бы логично. Здесь тоже нет. В этом ящике пусто. На кухне? Я вот здесь, мне кажется, плохо осмотрел все. Кухню. Нет. Вот черт, я же где-то что-то пропустил. Так. Wait, what? Что? Капитан был ебанутым? Я думал, тут какой-то мега-ключ, который мне нужен. Капитан был просто полностью отбитым. Ха. Ну, кто бы мог подумать. Так, ну тогда все становится гораздо проще. Мы сейчас бежим на первый этаж, открываем там комнату, а потом бежим к доктору в комнату. В лазарет. Получается, мы исследуем тогда все вообще. А, ну и потом мы идем в подвал. За Итаном. Я вообще забыл, зачем мы все это делаем. Мы это делаем для Итана. Итан. Да, и, наверное, потом мы закончим этот корабль. Я не знаю, шахты. Если там долго в шахтах, то, наверное, надо будет завязывать. Так. Сейчас, по идее, где справа должна быть дверь? Я забыл. Нет. Или слева. Я тут ориентируюсь плохо. Слева.
теперь вы можете нести больше предметов. Nice. То есть вот это место вообще полностью не обязательно. Здесь просто мне дают лут. 8 бомбочек. Бомбы надо тратить. Кошка, заткнись. Прокачали инвентарь, подняли бомбы. А Итан так не умеет делать. Потому что Итан лошок. Так, а как мне еще раз подняться на третий этаж? Я забыл. Тут должна быть дверь, которая ведет на третий этаж, если не ошибаюсь. А? Сюда, да? Да. На всякий случай сохранюсь. Я совсем забыл про No More Heroes, кстати. Я бы их бы тоже с удовольствием прошел. Я их не играл никогда. При том, что, по-моему, у меня вторая или первая часть для PlayStation 3 куплена. Не помню, какая там выходила. Ей, мы здесь еще не были. Это не дверь, окей. Не, никак не реагирует. Красиво, блин. Кстати, удивительно, что они Fallout 3... Насчет Fallout я просто вспоминаю. Удивительно, что они Fallout 3 не выпустили в VR. Fallout 4-то выпустили. Я готов ебошить из автомата сейчас. Не понял, в лазарет можно попасть было только через туалет? Или что это? Или это душевые кабинки? Так, ну ладно, Мия гораздо лучше с ним справилась. Ну, вернее, я с ним справился лучше, но... Хотя я мог, наверное, открутить провод, добежать просто. Зачем здесь так много коррозионных этих штук? Может, в подвале пригодятся, конечно? Эта дверь вообще не работает, она заросла, наверное. Я как раз тут рассказывали монтажники, про которые нам сейчас все делают на этом обновление, так сказать. Как они на какую-то линию обновляли,
производственную, и там просто был вросший шкаф в кран. И всю линию переставляли вместе с этим вросшим шкафом, потому что его проще было перевести, чем отделить. А прежде чем идти в лифт, я, наверное, сохранюсь, сбегаю. Ну что? Ей! Конечно, все работает. Естественно, все работает. Едем в самый низ. У нас куча бомб. У нас две обоймы, да? Почти две обоймы. У нас пистолетные патроны. Будем сейчас херачить. Ладно, пользуемся автоматом, намек понял. Музон. Так, первый готов. Я думаю, дальше не так просто, наверное, будет. Как Итану не хватало автомата, надо сказать, конечно. Жутко удобная штука. Ага, лежать. У меня за десятку уже бомб. Найс. Найс. Сейчас скрываем, тут миллион врагов. Или вообще никого. Но при этом музыка такая нарастающая. К чему это? Один. Ну, одного я не боюсь. Слушайте, у меня раньше... По-моему, у меня раньше особо не получалось убивать врагов не выстрелами в голову. Я даже не знал, что так можно. Оказывается, им просто надо дамага побольше нанести. С чем отлично справляется автомат. Просто великолепно. Ты
Дайте еще одну бомбу ему. Охеренно. У меня бомб столько, что почему бы и нет. Да, они стали обычными врагами, кто бы мог подумать. Мы пришли туда, где все начиналось. Мия, ты чего? Это Мия издает эти звуки? Мия. Мне даже неловко как-то становится. Ой, монетку хотел завязать, да. У меня 10 бомб. 10 бомб. Я не жалуюсь, меня это устраивает. Итан. Итан. Фу. Итан. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite. Nor my boy Lucas. Or even Zoe here. That girl Evelyn. Когда это произошло? What the hell is she? Now what did she do to you? Где это происходило? That's what she calls it. Потому что это уже после того, как у него руку отрубили. I found her near busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you, and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... Или это сейчас происходит, внутри головы Итана? Your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... You're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her, and you stop her. Ethan. Free my family. Hey, Leviathan, привет. Я не понял, все-таки вот не очень понятно было. Да, очень, очень красивый дед. Правда, лысый. Я не понял, когда это происходило. You're not my mom. Remember? Hey, Mia. Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. А мы на тебя потратили. You need to go. I won't be able to resist for much longer. А мы на тебя потратили этот, блин.
Now go kill that little bitch. No. No. Mia! Вакцину. No! Погодите, где наш весь инвентарь? Что за дерьмо? Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Все, Итан злой. Вы не видели еще злого Итана. Бутылка, конечно, круто, но мне хотелось бы, кроме бутылки, что-нибудь, не знаю. Это все из-за тебя. Нет, это все из-за тебя. Так. Fuck yeah. Блин, это все-таки классно. Тут локации мне очень нравятся в этой игре. Кстати, Лукас вообще пропал из сюжета. Как он убежал, все, про него больше не вспоминали. Рыба дохла. Ну, конечно, потому что танкер расхерачился. Я говорю, почему на это никто... внимание не обращает. Я вот DLC никогда не играл. Будет очень интересно подценить. Как они экологическую катастрофу смогли замять здесь, типа? Ну, ладно, допустим. Ужасная вода, кстати, неприятно. Хотя, если они хотели сделать маслянистую воду, то у них хорошо получилось. О, мистер Аврива. Так. Соляная шахта Аберкромби, Южный Далви. Чё? Они следят за нами с вертолета? Да. Alpha One, this is Bravo One. Do you read? This is Alpha One. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to my third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports in the abandoned mine site. Так, вот это становится еще все интереснее и интереснее. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Так, вот это интересно, кому отправлял сообщение Лукас зашифрованные? И они при этом знают кому. Так, 9. Вы забрали вещи Мии. Что? Как я это сделал? Так, ладно, надо тогда. Раз мы забрали вещи Мии, да? Так. Автомат берем. Зачем мне ее пистолет с электронной? Бомбы берем. Патроны для автомата берем. Для дробовика патроны берем. Слушайте, а нужен для меня вообще пистолет? Так. А огнемет точно не нужен. Гранатомет, наверное, тоже не нужен. Так, бомбы, пистолет, дробовик, автомат. Ой, SS-тир звучит опасно. Нож. Блять. Так что ли? Так, ну и на этом я тогда остановлюсь.
Да, наверное. Кстати, сколько монеток? 9? Ну-ка, сколько я набрал? Я не набрал столько монеток, да? Так. Древних 6 монет. Да, остановлюсь и в следующий раз тогда добью уже Resident Evil 7 и начну какой-нибудь DLC к нему. Так. Мне нравится, что за Бейкерами следили. Так. А, ну и все тогда. А, всем спасибо. Всем пока.